Дагестан прилетели всемирно известные исполнители нашидов Мухаммад Тарик и Мухаммад Юсуф. Первым делом они изъявили желание посетить муфтия нашей республики шейха Ахмада Афанди. На встрече с шейхом присутствовали также участники группы «Нашидул Ислам» и руководитель проекта «Умра Хадж» Фатима Султанова, по приглашению которой гости и прибыли в наш регион. Духовный наставник, обращаясь к исполнителям нашидов, отметил, что он очень рад тому, что они приняли приглашение Фатимы приехать в нашу республику. Мы посетили немалое количество мест, где возникали определенные сложности. Дагестан – это первый регион в России, где практически не было никаких проблем. Здесь нас очень тепло встретили. Огромное спасибо за это. Исполнитель нашидов добавил, что в Дагестане в большинстве своем люди очень религиозные, придерживающиеся канонов ислама. И наоборот, получали пользу от чтения.